Я подошел спросить просто два вопроса всего лишь. Так. По какому критерию вы машину останавливаете? Это моя внутренняя информация. Я смотрю, вы, получается, каждую машину просто так. Если вы хотите узнать, как работает ГИБДД, устраивайтесь на работу. В смысле? Информация же открыта, у нас полиция же гласная. Я не средство массовой информации. Нет, это первый работник полиции. Я не уполномочен. А сейчас тут проходят какие-то спецоперации? Я не уполномочен вам. А сейчас проходят какие-то спецоперации? На круг зайдите, я вас остановлю, спросите причину остановки, я вам все объясню. Нет, я вас спрошу просто... А почему я должен... С какого? Потому что они гласны. Может, я знаю, может, сейчас вот есть... Знаете, меня в вашем возрасте интересовали женщины. Да? Вы не поверите. А вас мужики в форме. У меня есть. Мне кажется, вам надо к сексопатологу сходить. Вы не поверите. Я не поверю, на самом деле. У меня есть. Я вот в это время, в вашем возрасте, с девушками отдыхал в пятницу. Да, да. А вас интересуют мужики в форме. Мне кажется, вам нужно к сексопатологу. Вот это на YouTube выложите. И вот на него камеру наведите. Да, да. Ну как? Ну, его лицо уже. Кого интересует мужик в форме ночью? Почему? Вы по себе, что ли, судите? Нет, я по вам сужу. Зачем вам? Нет. Я вас просто. Я вас вижу уже третий раз, понимаете? Я вас спросил, почему. Я вас вижу третий раз, и вы постоянно ночью подходите к мужикам в форме. Полицейских. Задаете вопросы. Меня написала девушка. Меня интересовал вопрос, по какому критерию вы останавливаете машину? Какая-то спецоперация идет? Почему я вам должен этот вопрос отвечать? Это же спецоперация, это абсолютно гласная вы информация. Ответьте мне на вопрос. Что вы работник полиции? Может, у меня есть информация для вас? Если есть информация, пойдете, я ее запишу. Вашу фамилию, имя, отчество, и не будете отвлекать меня от работы. Я не отвлекаю. Вы мне дадите все данные, я доложу, от кого я принял. Хорошо, с этим я понял. Вы не скажете, что это идет, по какому принципу останавливаете. Я говорю то, что должен. Вы же, получается, беспричинная остановка. Кто вам сказал? Ну, у вас нет критерия, вы просто так любую машину... Это вы решили. Это логика решает. Это вы решили. Это ваше внутреннее субъективное убеждение. Хорошо, мое убеждение. Второй вопрос. Молодой человек, как вас зовут еще Алексей. Раз? Алексей. Я пойду. Можно второй служить? Вопрос? Все. Второй вопрос. Мне интересно с вами. Обращение. Обращайтесь. Вы только что заставили гражданина протирать номера. Нет, подождите секунду. Обращение? Вы, только что... вы ко мне обратились? Да. Одну секунду. Давайте пойдемте, я ваши данные запишу. Нет, я не хочу. А я хочу. А я не я хочу. Же должен обращение я отработать. Могу. Я устное обращение хочу. Да. Я устное все обращения записываю. Хочу обратиться к вам, чтобы так, вы нет, не принуждали. Алексей, пойдемте, я все запишу. Не хочу идти. Я должен доложить руководству рапортом. Не хочу. Принесите мне служебную книжку. Не хочу. Я хочу я обращение хочу. Сделать, чтобы нет, не обращение заставляли. Будет зафиксировано. Я устное обращение. Я не могу так. Устное обращение. Ну, хорошо, это значит, я не отработал. Зафиксируйте. Давайте устно все зафиксируем, чтобы да. Вы поняли. Секундочку. Осознавать начали. Секундочку. Начали. Сейчас нет, ваша, знаете, а потом подумайте, как это записать. Вы не осознаете. Это вы сейчас не осознаете. Я не осознаю то, что вы людей заставляете номера протирать грязные. Я не осознаю вообще то, что вы мне сейчас говорите. Потому что мне, во-первых, не интересно с вами общаться, вы меня отвлекаете от службы. Вы заставляете, никакого, вы принуждаете людей протирать номера. И что? Это незаконно. Серьезно? Да. Исправить то, что нужно, это незаконно. Что исправить? Исправить то, что нужно, с чистыми номерами ездить, это незаконно. Человек может приехать домой и исправить. У него есть желание, он исправляет. Вы его принуждаете. Я его прошу. Вы его остановили, заставили выйти из машины. Я его прошу. Ну так вы его остановили, вы уже принудили его остановиться. Пожалуйста. И он с глубоким убеждением гражданского долга это делает. Он не обязан это делать. Вы ему это говорите? Это не обращение. Да, вообще давай. Человек менингитом заболел, он трясет. Не заболел. Я не заболел. Фамилия ваша? Фамилия не указал. Как это не указали? Ну я же могу, согласно 51. Я анонимки не отрабатываю. Вот, блин, а что же делать? Всего доброго, до свидания, если у вас нет обращения. Вы не сможете, да, принять обращение? Как так? Ваша фамилия, имя, отчество, я приму ваше обращение. Иванов Иван Иванович. Контакт, документ, будьте любезны. Нет документов. Я должен удостовериться, что вы это вы, а вы не дезинформатор. Давайте с этого начнем. То бишь, вы обращение не можете принять, я могу принять документы. Я могу принять. Если у меня сейчас будет обращение, пойдемте, то у нас есть... личность установлю тогда. Вы назовите мне свои данные, я запрошу Центральное экономическое бюро, установлю вашу личность. Я не хочу. Ну как, вы хотите обратиться? Конечно. Чувствовать гражданского устно. Долга и ничего не хотите устно. Для этого делать? Нет. Устно. Слушайте, я вот не понимаю вас. Вы... Устно. Вы точно понимаете к психологу не хотите устно. Обратиться? Вы знаете слово «устно» такое? Я к вам просто подхожу и говорю. Вы вот людей заставляете выходить из теплого автомобиля. Обращение ваше. Алексей, мы теряем время, мне нужно служить. Чтобы вы... Не. Алексей, как вас дальше? Игоревич. Алексей Игоревич. Фамилия? Не указал. Алексей Игоревич. Да. Дальше. Да, суть обращения, да? Суть обращения, да. Суть обращения. Дата рождения ваша? 89-й. 89-й год. Да. Суть обращения? Не указал. Это анонимка.
Ну, если я не хочу указывать. Ну, значит, зачем вы ко мне тогда обращаетесь? Я хочу, чтобы вы не заставляли людей в мороз выходить на улицу и протирать номера. Я хотя с глубоким чувством уважения принимаю ваше обращение. На этом все. Спасибо. До свидания. Да. Не останавливайте просто так, главное.